Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, какие критерии нужно учитывать при выборе лотка для кошки. Производители создают кошачьи лотки разных видов и размеров. При выборе изделия владельцу нужно учитывать многие нюансы, на что же стоит обратить внимание. Конечно, важен материал изделия. Туалеты для кошек создаются из пластика разного качества. Дешевые конструкции недобросовестных производителей часто имеют неприятный химический запах, отпугивающий животных. К тому же такие лотки быстро приходят в негодность, что потребует дополнительных затрат на покупку нового аксессуара. Не менее важен размер лотка. Маленькие конструкции пригодны только для котят. Для взрослых животных лучше приобретать просторный горшок, где кот сможет спокойно развернуться и выполнить свои естественные нужды без стеснения движений. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Обдумайте тип конструкции – открытый или закрытый. Используя открытый лоток для питомца, владелец может свободно контролировать частоту наполнителя. Второй вид лотка позволяет коту совершать свои естественные нужды без посторонних глаз. Идеальный вариант для пугливых кошек, а также для животных, которым очень нравится активно закапывать свои дела. Некоторые кошки прекрасно ходят в туалет без сыпучей смеси. В таких случаях можно использовать специальный лоток со съемными бортиками. Если кот привык копаться в земле после туалета, выбирайте лоток закрытый или с высокими бортиками, ограничивающими рассыпание наполнителя. Кошачий туалет нужно выбирать по разным критериям. Очень важно создать для своего питомца удобное место для туалета, иначе приучить к лотку кота не получится. А если животное уже было приучено к конкретному лотку и наполнителю, то не стоит вносить коррективы. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.